Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Еда и одежда из воздуха». Значит, попалась интересная заметка в огоньке по поводу воды и одежды из воздуха. Сейчас я вам буду ее показывать. Но перед этим давайте посмотрим такое понятие, как манна небесная. Что же это такое? Открываем вражескую Википедию. Вот что она нам говорит по поводу манны небесной. Манна небесная, согласно Библии, пища, которой Бог кормил Моисея и его соплеменников во время 40-летних скитаний после исхода из Египта. Когда у евреев закончился весь хлеб, взятый с собой из Египта, Бог послал им пищу, выглядящую как белые маленькие крупинки и похожую на мелкий град. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Название манна этот хлеб получил, потому что, когда евреи увидели его первый раз, то спрашивали друг другу: «Мангу?» Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот, значит, такая есть вот манна небесная. Давайте теперь перейдем, что я нашел в огоньке. Очень интересная заметка. Называется вот так: «Племение новых сил природы». Французский естествоиспытатель Фредерик Дюфур и инженер К. Сорин демонстрируют магнитную полярность рук человека. Медный проводник, находящийся в руках стоящей дамы, подвергается отталкиванию при приближении одной руки полюса и притяжению другой, чем доказывает предложение Г. Дюфура, что руки человека являются полюсами магнита. Значит, поехали. Ученый-натуралист Фредерик Дюфур, изучая земной магнетизм, натолкнулся на доказательство влияния, оказываемого им на живые организмы, которые, по исследованиям французского естествоиспытателя, являются самыми обыкновенными электромагнитами, способными при проходящих условиях производить видимую работу, как, например, притяжение или отталкивание, действие электрического звонка и тому подобное. Ученик и помощник Фредерик Дюфура, инженер К. Сорин, в беседе с нашим сотрудником сообщил много крайне интересного о неизвестных пока широкой публике опытах французского натуралиста. Установив факт, что земной магнетизм ничем не отличается от животного, Дюфур при помощи специально построенного аппарата в темной комнате, где лучше проявляется действие магнетизма, наполнял атмосферу невидимыми магнитными токами. Больные люди и животные вводились на 10-15 минут ежедневно в эту комнату, и по прошествии нескольких сеансов силы и здоровья восстанавливались. Вес их увеличивался, самочувствие улучшалось. Дюфур излечивал все болезни органов, восстанавливал даже слух и зрение. Все его усилия были напрасны только в тех случаях, когда органы оказывались уничтоженными или атрофированными. Затем Дюфур предположил лечить на расстоянии, и при том, если можно так выразить, магнитным лекарством. С этой целью он приготовил воду,
обладающую огромным количеством магнитной энергии, назвал этот препарат флюидной водой. Обтирание больного флюидной водой или принятие ванны из этой воды в течение 10-15 минут, если верить господину Сорину, дают поразительные результаты. Если измерить свою силу на динамометре до ванны и после нее, то окажется, что уже после первой ванны сила человека значительно увеличивается. Увеличивается также и запас магнетизма в организме человека. Изучая животный и земной магнетизмы, Дюфур попутно натолкнулся на способ получения электричества без всяких машин, прямо из природы. Идея о получении любого количества могущественной электрической энергии – это идея, знаменствующая начало конца прогресса человечества. Воздухоплавание сделается детской игрушкой после того, как мы будем в состоянии иметь моторы с 80 тысячами оборотов пропеллера в минуту. Земледелие, отопление, движение, работа фабрик, возможность получать и по собственному желанию создавать очаги магнитных сил – это философский камень, по мнению Дюфура. И, наконец, обратите ваше внимание, искусственная пища из воздуха и искусственные ткани. Так что начал я почему этот ролик с библейской темы, с темы манны небесной. Я так полагаю, что этот самый Моисей, который их водил по пустыне, знал секрет этого, как сделать из воздуха пищу, из воздуха ткани. Наверное, скорее всего, ковчег этот Завета, вот он, наверное, этот аппарат-то и был, который они с собой таскали. Так, ну ладно. Приготовляемый при действии электрической энергии на самые распространенные элементы материи. Все это избавит человека от борьбы за существование. Если бы человечество не разочаровалось уже много раз в подобных попытках эксплуатировать природу, то к работам, предположениям Дюфура можно было бы отнестись с полным доверием и понятным волнением. Есть у нас замечательный профессор Рыбников, который именно вот эту теорию и подтверждает, доказывает на опытах, что все на свете состоит из электричества. Так что, уважаемые подписчики, зрители, я так думаю, что Рыбников прав. Это знали уже, вот видите, в 1911 году. Причем интересно, видно, тема эта довольно неудобная. Не хотят, чтобы люди освободились. Поэтому начал я искать, кто такой естествоиспытатель. Вот так вот набрал. Естествоиспытатель Фредерик Дюфур. Нету ничего об нем. Какие-то есть Фредерики, но все это не те. Обратите внимание, вот кто тут они. Энтомолог, художник, аббат-депутат. Короче, того самого Фредерика Дюфура я не нашел. Попытался найти егоного соратника, инженера К. Сорина, набрал. Такая же история, ничего про того самого Сорина неизвестно.
На этом ролик заканчиваю. То, что хотел я вам показать, показал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.